Привет. Сделала небольшую закупку всего самого необходимого. Хлопья. Наших привычных булок не было, поэтому пришлось взять такие американские. А-ля для бургера с кунжутом, а есть без. Любимый свой кофе со вкусом лесного ореха. Йогуртики любимые для Лии. Две пюрешки. Это просто бульон. Кружку высыпаешь, заливаешь кипятком, и получается такой вкусный бульон. Еще у меня здесь огурцы и много зеленых яблок. Снимаем пробу. Дома невероятный бардак, но я не буду браться за уборку, пока не помонтирую. Это мое время, которое я выиграла у судьбы. Сегодня мы должны были быть вообще-то у логопеда. Хочу показать вам эти бигуди. Вот они, бигуди. Ну да, мягкие бигуди их можно назвать. Смотрите, а это вообще сама по себе вещь очень классная и удобная. Только если не использовать их на ночь. Я поняла для себя. Доброе утро. Мы вот-вот будем уже одеваться, собираться. Дети поели, причесали, зубы почистили. Одежда уже готова, ждет их на столе. Я думаю, я дам им еще минут 5 полежать, отдохнуть. И будем одеваться. Сейчас глянем, какая у нас погода на улице. 14 градусов на улице. Вчера меня прорвало есть весь день салаты овощные с майонезом, с оливками. И на сегодняшний день я с опухшим лицом проснулась. Удивительное дело, от салатов. Муана. Муаночка. Самая ласковая девочка. Булочка сладкая. Беседа, беседа, я ложу. Не переживай. Я оставлю только самые приятные моменты, потому что ты сладкая. Смотри, смотри, Лео пошел к Мишечке. Мишечка. Смотри. Да, я согласна. Волосы очень похожи. Даже цвет, да, похож? Да, но у него нет волос. Марокканский волос такой жесткий, он у них черный. У нас не черный. У нас, видишь, такой светлее. И он очень сильно высыхает. Мам, когда я же была маленькая, мы не были такие светлые, такие вот такие серенькие. Мы были, правильно? Нет, они у тебя были как сейчас. Нет, у него были такие серенькие. Серенькие у меня такие черные. Нет, ты у что? У меня были черные. Нет. У меня были черные такие. Черные с серым. Сейчас я тебе покажу, какие у тебя были. Такие же, как сейчас, абсолютно. Нет, ну тут они побледнее. Ну, посветлее, да. Кто это? Ну что, это было летом. Лео, кто это? Лео. Кто это? Лео. Да? Это не Лео? Лео. Лео или Лия? Это я. Я Лео. Это я. Нет, это Ия. Нет, это Лео. Это Лео? Он прав, очень похоже. Как будто Леошка валит. Смотри, тут какие вы сладкие. Смотри на Люлю. Да, смотри, какой Люлю классный. Это на Лео какой. Он совсем не похож. А Люлю, смотри, какой. Я вижу, что он больше, чем его. Он выглядит, что он больше, чем Люлю. Миша, да? Ага, смотри, какая ты маленькая, сладкая. Вообще не изменилась, такая же, только маленькая. Ну, туповат, туповат. Yes. Лео, это кто? Это! Миша, похоже, так на пони. Как это? Разбил яйцо! А? Я разбил яйцо! Разбил яйцо? Не забили! Скажи красиво, я не понимаю. Лия. Миша. Лия. Пропила яйцо, я не знаю где, не знаю. Это Лия. А, это Лия, он говорит, это Лия. Лия, за беседу, он тебя узнал. А Лео, слава Богу. Лео, кто это? Лео, смотри, кто это? Лео, смотри, кто это? Кто это? Лео. Лео. Узнал. Смотри, последняя фотка. А, тут у него осталась еще кофта и это. Это принцесса, ты смотри на себя, какая ты сладкая. У него тут юбка красная. Хопле. Хопле. Сейчас оденемся и дам. Смотри, это кто? Это я.